Ну, такие классические увертюры всегда сложно брать. Предпочтительно или нет? Смотря как, кому идет, кому нет. То есть, естественно, эта музыка довольно-таки сложна для передачи какого-то национального образа мальды. Что всегда отвечало, это, конечно, потрясающая легкость, в которой нет. То есть они не боятся делать элемент? Они абсолютно. А вот такое вращение, оно должно определенное количество, вот сколько-то оборотов быть? Да, или... конечно, определенное количество оборотов и определенное количество положений у каждого спортсмена. Ну, соответственно, если кто хочет первый, второй, третий, четвертый, за вращение поддержка, шпагатина, насколько здорово смотрелось, да, и насколько музыкально, органично она вписалась. Это вопрос, что люди заходят на элемент, как ни в чем не бывало. При этом она все время держит улыбку. Тяжело, наверное. Ну, не плакать же, когда музыка катится. Надо не забывать же об этом. Это, наверное, просто отрепетированное попадание.